Каждую зиму они нарядные на праздник к нам приходили, а сейчас гирлянды, которыми были украшены эти елочки, сильно мешают рабочим. Приходится часто останавливаться, необходимо распутывать провода. Ввиду высокого роста деревья нельзя просто спилить под корень. Сначала обрезаются ветки, а потом постепенно обрезаются вниз. А с пеньками что-то будут делать? Их будут выдергивать. И на новое место будут новые елки сажать. Насущная необходимость в распилке елей появилась давно. И дело вовсе не в том, что они скрывают внешний вид отреставрированного здания районного центра культуры и досуга. По виду самих деревьев с осыпавшимися ветками понятно – ели больны. Были поражены еще жуком-типографом. Плюс ко всему эти ели переросли свой срок. Они не только закрывают красивые здания, которые сейчас отреставрированы, но и наносят вред экологии, окружающим деревьям. Сколько раз менялся внешний вид площади, не смогут вспомнить даже старожилы. Деревья и цветы появлялись и исчезали, менялась конфигурация дорожек и палисадников. Тем не менее, на вырубку елей некоторые жители реагируют очень эмоционально. Обидно, город жалко, такая история. Ну, деревья. Я шла с собаками, я, вообще честно, я в шоке. Честно, я в шоке, я не знаю, я лучше бы не ходила. Чувствительную горожанку спешит успокоить Борис Титович Марин. До недавнего времени он работал начальником отдела озеленения и благоустройства города Видное. Некоторые из этих деревьев Борис Титович сажал лично. Елки, им самое большое где-то 30-35 лет вот этим елкам, потому что вот я сам сажал вот эти две елки, самые, вот мы сажали их 7-метровые, но это где 10 лет назад. Сейчас вот будет зимняя посадка, они приживутся, нормально будут смотреться. Хорошо. Потому что они сейчас просто неперспективно смотрятся самые, на таком здании. Срубленные ветки и стволы складываются в кузов грузовика. Выкорчевыванием пней позже займется специальная техника. После окончания работ на площади вновь будет наведен порядок. Старые ели будут снесены сегодня, крайний срок завтра. Место будет облагорожено. И уже перейдем к тому, что в ближайшее время будут закуплены и установлены новые ели. Все для этого как бы есть. В администрации Ленинского района, кроме высадки молодых елей, также рассматривается еще несколько вариантов ландшафтных проектов. В любом случае, вряд ли стоит сомневаться, что главная площадь Видного будет по-прежнему одной из самых ярких достопримечательностей города. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.